Депутаты Госдумы предлагают вернуться к бальной системе. Законопроект уже внесен в Госдуму. В случае его принятия он вступит в силу с 1 июля 2013 года. Суть нововведения заключается в том, что за каждый штраф 100 рублей водителю будет начисляться 1 балл. Как только количество баллов в сумме составит 200, автолюбители лишат водительского удостоверения. Кроме того, в законопроекте предлагается установить штрафы до 5000 рублей для пьяных велосипедистов. Помимо этого, авторы документа предлагают ужесточить наказание для тех, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование, и назначить им штраф до 50 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 5 лет.